Полномочия предыдущего общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская истекли 14 октября. Новый состав обновился примерно на треть. В него вошли представители средств массовой информации и высших учебных заведений, в том числе Одинцовского кампуса МГИМО. Краткие итоги нескольких лет работы совета подвел его председатель Александр Сивак. Участие в ежеквартальной подведении итогов. Проверка несения службы территориальных отделов, выступления перед личным составом, выступления по местному телевидению, встреча с ветеранами внутренних дел, проверка изолятора временного содержания с общественным советом, совместно с общественным советом при МВД России. Всем спасибо за проделанную работу в предыдущий период времени, 3 года. Работа была на самом деле серьезная, проделана, помогали, делали. Ну и мы, в принципе, навели в нашем районе порядок. В ходе заседания был решен ряд организационных вопросов. Председателем совета единогласно был переизбран Александр Сивак, а его заместителем стал пользующийся в правоохранительных органах района большим авторитетом Леонид Глушко. Новый состав общественников намерен больше внимания уделять укреплению связей полиции с населением. Вы являетесь действительно таким связующим звеном между полицией и обществом. И от вас действительно очень многое зависит. О нашем имидже, о нашем статусе, да, то есть взаимодействие с людьми – это основная приоритетная направленность. Следующее расширенное заседание общественного совета должно пройти в начале декабря. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».